Выдох, сесть. Вдох, встать. Повторить. Дыхательную гимнастику выполняют студенты Крымского федерального университета на мастер-классе по кинезио-дыханию. Это авторская методика профессора медицинской академии КФУ Елены Мининой. Программа включает 9 групп физических упражнений на растяжение, напряжение и расслабление. Такое воздействие на кинезиологические цепи в организме устраняет мышечный дисбаланс, улучшает механику дыхания и реабилитирует пациентов с различными заболеваниями. Это позволяет максимально включить те мышечные группы, которые ранее не были включены в паттерн движения, тем самым расширить функциональные резервы, в том числе дыхательной системы и особенно у пациентов после перенесенного ковида. Мастер-класс открыл целый курс авторских методик специалистов Крымского федерального университета. Он пройдет на базе нового научно-клинического центра КФУ. Ремонт здесь уже завершен. Теперь обустраивают помещение. Мы переходим к следующему этапу. Это подготовка к работе нашего, непосредственно работе нашего центра. Первое оборудование уже начало поступать. Это вот поступило около 6 тренажеров Бубновского кинезиотерапевтических. Упражнения на этих тренажерах помогают бороться с заболеваниями костно-мышечной системы. В результате ускоряются кровоток, лимфоток и метаболизм в тканях и внутренних органах. Авторские мастер-классы будут проходить регулярно. Пока они открыты для студентов и сотрудников медицинской академии в качестве обучения, а после обустройства центр заработает в полную силу и сможет принимать пациентов. Яна Дудченко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.